Так, ладно, все, давайте штурмуем. Можете прям туда не бежать, я начну здание обстрелять РПГшек, который вам не нравится. Может, заборы сломаем? И забор какой-нибудь сломается, например. Через вход входить стрёмно. Все, подками по домам можно? Да все. Смотрите, юг, сейчас пока... КМ будет косить. Бердамка где-то рядом. Потом гаражу двухэтажную, аккуратно, не убейте меня. Бэкблок. Самый ближний дом, который заходит, по мне работает, не хватит. Меня ранили КПХами. Вдруг вы меня убили. Прием, вы стреляете сейчас по СПГ. Мы стреляем сейчас, чё? Вы по СПГ стреляете? Нет. Там просто Махно убил стрелка СПГ и пытается возле там сейчас себя найти, чтобы к нам связаться, я не знаю, Калашмат. По нам стреляет он. Кто-нибудь юг наблюдает, если чувствуешь, что будет пересекать дорогу, чтобы нас пока. Ну, Калашмат, дверь работает. На 150 в городе, 40 даже, на крыше. Только сделал счет. Что там? Я не могу к нему подойти. И картошку, походу, кстати, убили, знаешь, чисто. Точно. Так, по-моему, я его убил. Вылез сейчас, вылез. Бля, пиздец. Он меня, походу, ранил. Ну вы и дебилы. Чего, есть медик? Я медик. Но я сейчас... Ранен? Я вижу, я вижу там либо ноги от меня. Я в него... Охренеть, да, не. На крыше, на... На 40. Есть граната, дай мне гранату. Убил. Газон, перебинтуй меня. Гранаты тут свои паркируют рядом. У тебя пошел раш, у меня все равно без рук, без сил. Да подожди ты, блядь, выстрели в что ж, не раш, сейчас тебя полечат, успокойся. Так я не могу перебинтоваться. Ну сейчас медик подойдет, успокойся. Я рядом, блядь. Давай, стреляй давай. В воздух. Это не я, это не картошка. Прайс, там в этом дворе двое было или трое? Настройки, сейчас дам РПГ. Минус один в дворе. В дворе на настройке дома. Ёлк. Кто это был? Картошка живой, вот дом не сломал.
Какой-то лол или кек, просто нас там зарашили. Меня с РПГ попали, я умер. А картошка... Я увидел... Ты в настройке был? Я увидел пуски и уже мертвый. А, хорошо. Нет, ты такие гранатами нас закидывали. Я закидывал гранаты. Я смотрю пуск по мне, смотрю ракеты, я в этот момент стреляю в него и убиваю его, он меня... А, ну это я был, значит. А ты был в настройке в таком капюшоне над доме. Да, да, да. Я там РПГшками отстреливал. А картошка не умер, лянь. Я ему РПГ дом пустил. Я успел одного или двоих убить. Я двоих убил. Я одного убил, точно. Ты, главное, даже дом не поломался. Походу, прямо меня попало РПГ. Да. Мне ноги сломали, я вообще не мог никуда. Я прям видел этот снаряд, эти перья от него, которые... Прям мне в СВДшку летит прицел. А я думал, он у меня задел стенку и взорвался. Не, я успел выстрелить. Разменяюсь. Азарт, мы держались почти. Ну да, мы троих убили там. Если не больше. Это картошка, черт, выжил. Ну что, сейчас кроп затащит. Дерь. В угол успокаиваем. О, док лежит. Я к нему как раз домой, в дом прибегал. Мне что-то там рассказывал, я от него убежал. Хорошо, что убежал. О, кого-то добили. Кто-то убил. Я сказал, затащить. Почти. Да. Картошки руки поломал. Жалко то, что его дом не убил, не завалил. Как бы еще минус был. У меня азарт кричит, помоги, помоги, убегай с РПГ, начинаю по всем сторонам стрелять. Ух, Мальборо. Да ты какой-то офигеть. Две котлетки. Они там до конца миссии будут стоять. Наверное. Ладно. Если бы я ноги не сломали, бы воевали бы. Их сильно много, зато мы их задержали почти. Я сейчас со СВД в ближнем бою. В этом дворе, короче, кто-то бегали двое, я зашел с пулемета, начал плевать. Это мы бегали с азартом. А, понятно. В разные стороны, когда понадобится. Да-да-да-да-да, я сначала издалека не понял, кто такие, пока зум приблизился. Уже смотрю, вы уже разбегаетесь, мне уже так на удачу. Так у меня ноги сломали, и все. Передо мной гранаты взрываются перед моим окном, я смотрю в доме, в окном, где гранаты перед лицом взрываются. Азарт лежит, и у него тоже гранаты взрываются, хотя он не умирает, я не знаю, как ты выжил. Это я кидал их. А чё ты мне в окно кинул это? Ну я не в тебя кидал. Я через забор кидал. Да ща там на моих фугасах ещё может что взорвёт. Да я бегал по всем дворам, ни разу не взорвался. Да я их там это на входе где-то ставил. Может они в другой стороне. Все помнят где-то есть? Да, где-то азарт там. Понятно. Чёрные точки в лесу. Маш, какая следующая миссия? А что-нибудь коротенькое, не знаю, подумать. БЕшники живучие, у него даже он бронежилет обгорел после моей РПГ. Там еще Аздоника ранили. Да? Да. Ну он медик, он. Не, ну интересная миссия получилась, если бы еще не сдох так быстро. А мы думали то, что у вас танки есть. Обычно да был танк. Один. У нас тяжелого только МТБР был. А. И все. Значит. И то без брони и пушки. А я один снаряд оставил на всякий случай, думал, танк, обычно на этом миске танк еще катает. Надо было тоже его отстреливать. Я тоже, блин, нагрузился с тухой, 45 кило с собой, бежал, знаешь, типа, мы бегали так. Как я уставал, боже мой.
Меня свой убил? Класс. Не знаю. Да ты вообще, так тебе и надо. Хорош, я газон убил, да я пошел слепку взять, короче. Все, азарт, мы минус 4 тогда тут. Я тебе так скажу, давил из пулемета я тебе. Пулемета по мне сначала один, потом труба в мой дом прилетела ваша. Да ты что, это моя труба прилетела. Я стрелял по твоему. Это самая лучшая игра, как просто. Тебе и надо. Убил картошку, своих? Меня бисмут убил. Вон. Нормально. Ой, так что можно считать минус 4 мы сделать. А Гонор вообще куда ушел? Гонор? Что он смотрит? Котлеты. Он зайцев выстрелил. Сейчас будет встреча Биса и Красного. Я вообще знаю, что мы не отвечаем на КВ и никого почти в зоне нет. Там один человек. Или сколько? Два? Раз, два. Да. Поехали. Только... Понял, а где мои мины? Куда они делись? Не знаю, где ты их вообще стал. Да украли. Цыгане. По-любому. А вон она стоит слева там от путиша. Это путь. А он знает о них? Да, она там далековато еще. Она прям в центре где-то или где? А, ну, от него слева там вот где... Двор после дрова. Точка же ставят черные на него, да? Нет, в лесу? Точки не ставят. Не, не в лесу. Зачем метки ставят? Кто потом спектакль не? Сдоник может взорвется, побежит. Навряд ли. Какое происходит без Сдоника? Вон там кто-то бегает. Кто? А, нет. Этот корм. Нифига себе, как он увидел, гляньте. Там штума. Нормально, сейчас найдут его зато. Увидел, фиг знает. Гонза, что ли, убил кого-то? Да. Читер? Ты же начитал. Да. Фига себе. Репорт кида. Так и не взорвался Корвус на твоей мине. Там по крыше ходит Гонза, сейчас еще одного убил. Слушай, а меня свой что ли убил? Вот, сука. Нет, пулемет, Гонза с пулемета убил. Где он? Я свой убил зато. На Хаммере с пулеметом сидит. Да ну нахуй, как он увидел? Да я сам не знаю, как учитель. Увидел. Че за нахер? Да это он. Вообще не бань. Мальборо бежит. Ну чё, я так двоих чётенько снял. Жёсткий. Нас убил. С ПКМа так хорошо по мне не попал, и потом я его влетел. Не знаю. Ещё сейчас одно. О, убил? Нет. Чего убьёшь? По кому сдвинул? Что-то в доме. По сметане, да? По сметане. Наверное. Убил, нет? Не. Как он видит твой? Надо всех в зоне убить, чтобы что ли захватить? Я не знаю, какой там триггер воздалек. Интересно, как вы не можете? Так, видит, либо видит, как кто-то американцы. Видит? Какой вопрос? Гонза, по-моему, засекли. Тут уже дом сломали дымом. Потихонечку ломает. Понятно, Сдоник, наверное, ты. Кто ж еще? У Путиша сломал он, походу. Научился вас, Сдоник. Ну че, он свой дом дымки? Нормально. Правильно, целеуказание. Американцам все равно, они бегают вокруг. О, кого, Сдоник убил? Блин, нет. Бисмута, наверное. Я без живой. Как тараканы бегают. Сметану, блядь. Да, отдышка у сметаны. Слышал, нет? Интересно. Путиш же раненый. Кряхтит какая-то. А, там нужно да, еще уничтожить. Ну, как. Или же в триггере не осталось никого. О, в соседнем доме. Никого. Мимо пробежали, блядь. Да, его забегают, а нет. О! Вот он угасный, тащи! Ушел.
все ясно. Через сколько на руку? Там здесь. Кому на, он опять по сметане, бедный сметан. Да, с РПГ попадет. Сметана стреляет с РПГ. Как так ты, блядь, смотреть пас. Уанормас. Ну и